Bună ziua! Pune masca sau fără? Da, cum credeți? Suntem în pandemie. Mă, noi vă strigăm să fost de prezentatură. Iidi se da. Prezident, da, ce ați venit la președinție cu... Este заявление на имя президента Республики Молдова, госпожи Майя Санду. Апрель месяц. Но в связи с пандемией никто нас не принял и, в принципе, никто ничего не рассматривал. Да, че, заявление о чем? Отчерут аудиенцы, Салче? Наше заявление, значит, основная была какая цель. Больше 20 заявлений мы написали на имя генерального прокурора господина Стойнова. Наше заявление никто не рассматривал, на прием нас никто не принял. И вся наша проблема... Мы сейчас просим, чтобы нас принял президент. Ага. Да, наша проблема как бы осталась на прежнем месте. То есть вы уже... А если видим, как вы примете президента, года. Как вы ищете таман делегату, делегата? Да. Четыре года. Хотите экспликация около? Ну? 4 года мы ходим по судам, у нас есть решение первой инстанции, которые вступили в законную силу, у нас есть решение апелляционной палаты, мы перенесли операцию, у нас есть больничные документы. Мы написали многочисленные заявления, были на консультацию адвоката, что мы имели право на внесудебную медицинскую экспертизу, но оказывается мы не имеем права ни на что. Прокуратура в очередной раз было сделано новое постановление, они даже не обращают внимания на решение суда. Сделали какие-то экспертизы, которые понаписали, что мне накладывался гипс. Мне никогда в жизни гипс не накладывался. Там была операция под наркозом. То есть прокуроры занимаются лжесвидетельством и вводят в суд заблуждение. Ce credeți cu acest fapt, președintele? Se implice în procesul de judecată sau în procesul de dreptate? Потому что вы смотрите на фотографии, как были избиты люди, как был избит человек порезанный, как был избит... Это и соцсет дмитра, и татал дмитра, да? Сам и татал лой. Татал лой. Прокуратура закрыла все уголовные дела. Чего не дрептате, да, кринкет, чем казу соцлой? Fost făcută expertiza falsă și în cazul bătrânului tot așa, procurorul și în cazul bătrânului s-a închis tot și în cazul soțului tot închis, tot s-a scut. Și aceeași persoană implicată, da? Tot același Munteanu de la... Cred că dacă aici în cazul, aici în soțul Munteanu Vladimir, șef de știți pază, sigur că Petrol, el, știți sigur că el v-a bătut? Dacă este, a fost expertiză falsă făcută, dar a fost. Se spune că... Bătrânul a fost pălit de mașină și pe urmă bătut. Uh-huh. Omul care, cum familia ăsta care l-a udarit? Gânca. Gânca? Gânca? Gânca, cum tam? Vicislav. Gânca Vicislav. Înseamnă dacă el l-a pălit, a fost pălit și a fost bătut, înseamnă că el trebuie să răspundă de cazul ăsta. Deși el dar ce l-a identificat pe cel care l-a lovit? Da, este expertiză unde se spune că a fost pălit. Dar l-au găsit pe cel gâncă, da? Și nu-i tras la răspundere? Nu-i tras la răspundere, procurorii au închis tot. De ce? Cum? Da, de ce? De ce? Și în cazul lui, și în cazul bătrânului, este aici ascuns tot. Ну вот вы на машине ударите человека, вы будете... Или на велосипеде, я тоже отвечу. А этот ударил на машине человека, не отвечает. Прокуроры закрыли все дела. Он не отвечает ни за что. Да. Также... Так же самое и в нашем случае, где мы проживаем, на первом этаже гражданин Монтиано проживает на втором. Телефоны прослушивают наши, мы писали неоднократные заявления. Наверное, вы не уверены, откуда вы знаете? Ну, на систему Крезус, да. Где унде, видите, как вас слушает телефон? Мы знаем. Че фашим мы на апартамент, но я узим где сус тот мешкаря наша. Че ворбим, че мынкэм, уарь мынкэм, уарь сентем имбай, уарь... Крим, так, ваша вятца на блок, Саудия, изгом. Да, ну хорошо, да вот, вот я вам привожу такой пример. Мы высказывали свои подозрения, что наша квартира прослушивается и просматривается. Нам тоже задавали вопросы. Вы можете доказать, откуда вы знаете? Значит, мы сделали такой эксперимент. У нас были закрытые окна, закрытые жалюзи, квартира вся закрытая. Я сижу в зале, пишу заявление. Это с 25-й квартиры, а у нас такой дом, что там слышимость, слышно все. Вот как мы с вами разговариваем. Да, да, да. Она говорит, он пишет. Да, в мою сторону. Потому что у нас зал, он говорит, он пишет. На кухне, допустим, мы делаем какие-то дела, они делают...
Vorbește vecina cu vecinul și spune că e despre dumneavoastră. Dar poate a fost o coincidență, vorbea despre altcineva. Nu, asta e fiecare dată, da. Este cameră în ochi. Dar cum pot știu eu și fac ghid de tot? La bucătărie, la bucătărie, dacă eu sunt baie, sunt baie. Eu nu știu, este el, că eu și la moment și scriu acolo ceva sau fac ceva și ei spune, ieșe de și scrie. Asta sigur nu e o paranoie, că vecinii vă supraveghează. Dar de ce nu vă mutați de acolo? Dar de ce eu trebuie să mă schimb de acolo? Dacă vă deranjează vecinul așa tare. Mutați, schimbați apartamentul, poate chiar el îl cumpără. Ce mă drăjnuie, dacă este ca votă, hădiți pe primul corăt. Păi și ce vreți să facă președinția, dar... Noi vrem să spunem, că eu vreau să spun că aici... Trimiteți ETP-ul, verifice dacă ești... Munteanu Vladimir, șef de pază, Firic Petrol, este tot protejat de procurorul Cimbir, de la Procuratura Botanică, de Poliția Botanică. Unii nu scrim noi, unii nu ne adresăm noi. Toate instanțele se trimit la Procuratura Botanică, se trimit la Poliția Botanică, tot este ascuns. Din 2013 este ascuns. Când eu am fost... Zăiblinie, 2013 tot. Камутяну пришел перед подъездом, мы на первом этаже с его охранниками на девятке вот этой, которой он совершил преступление. Пьяные вытворяли перед подъездом все, что они хотели, вели себя как хотели. Один из них, жена этого Мунтяна, делала замечание, так кто-то вообще снял штаны и показал, разделся догола. Вот вам лицо этого начальника охраны. Он мне. В постановлении, которое выписывает прокурор, пишет, что у него образование 10 классов, и он даже не служил в армии. Вот задается вопрос, как может быть такой человек вообще быть начальником охраны? При образовании 10 классов, который даже не служил в армии. Терекс — это частная фирма, да, фирма, они могут нанимать кого угодно. Понятно. У него скрис, у меня скрис ел. Am fost amenințată de dâns ca să fie împușcat în 2013. De vecinul ăsta, Munteanu, da? Da, Munteanu Vladimir. Dar pus 8 ani în urmă. Dar pus 8 ani în urmă. 8 ani de zile. Și a să fie explodat apartamentul. De fiecare dată, ia ca așa, de la balcon, și soacra lui, Pamfilie Lubov, și... Ana. Nu-i soție, nu știu cum să-i spun. Pamfilie Ana. De fiecare dată sunt numite cu cuvinte murdare, arunc cu oasă, arunc cu hârtii când ies din scara blocului. De fața poliției am fost numite cum vreți, nimeni nu e nici o măsură. Amenințată cu moarte, că iar acum suntem amenințați cu moarte ca să fim uciși. Sănină, dar și de copii sănină, și de rude sănină, de mama. Dar aveți marturi, probe că vă ameniți cu moarte sau doar când sunteți în doi și atât? Aici de sus, aici de sus. Ты смартур, Савчи? Ну ты смартур. Вот для души выдумаем аж о борьбе. Вот есть заявление, которое мы обращались на имя... Да я сын Марита, я говорю, я сын Марита. Мне сунут и Марита номер телефона не кунускути, де фейкарь дат. Мама мя бетрынула цары, сунут, де фейкарь дат, но и дал паш строяску, дрожа за шпидынса. А пщи кредит к пас факт президенции? Це им плищи? Це им плищи на асто? Ты дыши, ниша структура, но лукрязы. De ce chiar structurile lucrează? Și omul ăsta, am o impresie că omul ăsta oare e bun... Aici el e Munteanu, da? Da, bun picior de-a procurorului, da, arătați-l, vă rog. Că el nu este treaz la răspundere, lui îi spate tot să facă ce vrea. Înseamnă dacă el a făcut cazul ăsta cu noi așa și procurorul Cimbir îl ascunde de fiecare dată, înseamnă că el poate să ușidă și la comandă poate să facă ce vrea. Că el este protejat. Вот хорошо, в заявлении, которое я писал на имя президента Республики Молдова, я здесь писал. Основным доказательством причины обращения является инспекторат полиции Ботаника. Были забраны медицинские документы из третьей больницы, где делалась неоперация. Потому что у нас есть официальный ответ. Полиция забрала документы, и нам невозможно было сделать экспертизу. Потому что документы были, как сказали в больнице, как их забрали, их обратно не вернули. То есть с самого начала, с 2017 года полиция видеонаблюдение уничтожила, было скрыто, улики были уничтожены, вещественные доказательства были уничтожены, вещи, экспертизу никто не проводил. Везде изначально полиция
не работала на раскрываемость, а работала на закрытие. Да, шампривенция патринул тот, он мог сы... Но... Да, и у меня было такое дело в полиции и прокуратуре ботаника. Обычно полиция работает на раскрываемость, да? У меня здесь в полиции и прокуратуре ботаника был такой же случай, штим, тоже штим, все закрыли. Штим. Вот видеонаблюдение на том месте, где произошло, на Зеленского. Магазин «Либрариус». Магазин. Прям камеры мы заходили, они ждали 25 дней, пока удалится информация. Мы вещи сдали на экспертизу, которые были у Мунтяна в багажнике машины. Прокуроры пишут, что мои вещи находились у него на капоте. Вот мы задавали вопрос, а как прокурор может писать постановление, что вещи находились на багажнике, на капоте машины? Она что, присутствовала на том месте в тот момент, что она так твердо пишет, что эти вещи находились на капоте его машины? Может, так объяснил Мунтян? Да, правильно, он объясняет это, что он заинтересованное лицо. Ну, некий мапино, не шодату. Макародату стейди, ворбас, не требит. Чисто он там плат, кому фост, ситуация. Что с кос ордонанцы, день читали, армарили канали. Мы пришли сюда к президентуре, вот по какой причине. С 2010 года мы проживаем на Зеленского. Из-за действий Мунтяна, прокурорского бандита, наша семья не может жить в этом городе. Он нам создает везде проблемы. В поликлиниках, на работе, по месту, где мы проживаем. Я не понимаю, что интерес Аравия. Он еще интерес. Ну, фаши сингур кумыли луя. Чи интерес ари ел с вахарцуяска же. Да чи интерес ари ел им фамилия днёстра. И джелозии, чи я холо. Мы с первого дня, как пришли, он нас доживает оттуда. Мы не можем жить. А с не бажила лакоту. А, да, днёстра занят дупа ел, да? Ел троя коло тот тимпу, да днёстра вас мутат речен. А с фим интернациону лакоту. Да шарь не вой, департамент днёстра, сау шивра ел, снай бы вечин, сау шивра. Я вам объясняю, в 2010 году мы поселились на Зеленского 12/4. Мунтяну, который живет под покровительством прокуроров, сказал нам, потому что мы ему делали замечание, что он незаконно занимал подвал под нашей квартирой. Он нам сказал, либо вы отсюда уйдете, либо вы закроете ваш рот, и тогда будете жить. Иначе вы не будете иметь ни работы, и не сможете здесь жить. Это было сказано его в нашем доме. Понятно. Депутат прокурор Йонкі Сакума тут, що лізе на балкон, є сафар дін скари, шлярат фамілія лор. Вікторія. Вікторія. Да. Вікторія. Сам хелкос... Я не зря зараз підняв вопрос про слушки телефону. Наша квартира, благодаря йому, вся прослушується і просматривається. Ініціатором це є Чимбір і он. Ихними руками. Приведите специалистов и ищите камеры и микрофоны. Если найдете, то это будет уголовное дело. Если нет, зря про это говорите. Люди подумают, что вы шизофреники. Или параноики. Нет. А если ведем сейчас президенция? Какой причем адвокат? Она свою позицию выдвигает. Она принимала участие адвокат. Она не же прячет это все. Адвокат, который у гражданина Мунтяну. Она принимала участие в 2018 году, когда было рассмотрено судьей сектор ботаника. Значит, на данном суде было доказано лжесвидетельствование гражданина Мунтяна. Потому что экспертиза доказала старая травма от падения, а не то, что его ударили. По его ложному доносу было открыто уголовное дело в отношении меня по 152 статьи. В связи с чем было написано многократное заявление на имя генерального прокурора, как господина Стаймогла, так и Робу, прокурора Робу. Но все эти заявления не рассматривались, и никто даже не давал ответ. То есть он дал ложный донос, в отношении меня было открыто уголовное дело. Тянули 3 месяца, у нас также работал адвокат, мы также истратили большие деньги на все это. И он по его ложному доносу также не понес никакой ответственности. Понятно. С чем мы обращались на имя президента Республики Молдова? Я не понимаю, чем его муиста. Каше, тоти институции для Молдова лукрязы пентру дынсу. Сын ты калкати, тоти директор для настри. Ее матем сын и дрыскар. Ел юкенбин сара, ел стел на букатаре луя. Аше сашазы, шману мештику дикерит купитит. Причина фильмец есть, да, так им порнешь камера щитки майну мешти, да кай проби. Да пуния каше камини телефона, скунж нас шти нимит. Шисай проби, даша, но скреды нимик ел тенжуры. Хай савиденчи зыщ президенция.
Мы обратились, еще раз говорю, мы обратились на имя президента Республики Молдова, потому что по Конституции мы имеем право обратиться. Еще когда Додон был, я с вами приходил мы сюда. Мы имеем право по Конституции обратиться с заявлением генерального прокурора, ставить свои права человека, конституционные права, защищать свою семью. Почему другой человек переходит улицу не в положенном месте, его штрафуют, привлекают? Это совершил разбой белым днем. Из-за него человек перенес операцию. Без одежды, вещи забрал, дал ложные показания, он 4 года не отвечает, вся полиция работает. Я говорю, что домой врегов уже спон, я платиш нарфаше, что так есть суцену де прокурору Чимбир, де прокуратура ботаника, де полиция ботаника. De la bun început, lumina ne stângea nouă și nu numai nouă, din cauza noastră suferie și lumea care trăiește de la primul etaj la cincile etaj. Apa, tonaj de apă curgea în subsol, tonaj de apă fierbinte, tonaj de apă rece. Lumina la toată casa a fost stânsă odată, știu că am scris cereri, am căutat, a fost Union Finos, a avut așa chemare pe adresa noastră. Că au venit doi oameni bieți la orele 10:30 și au intrat în subsol și au stâns lumina la toată casa. Eu vreau să spun că asta tot îi permite să facă el ce мы vrea, aceea face în casa asta. Мы предоставили в суде на тот момент, когда это все было в начальной стадии, мы предоставили запись программы про ТВ, потому что у нас работала программа про ТВ, работали журналисты, и он сам дал показания. Он сам показания дал. Он сказал, я не знаю, чем он меня ударил по рукам. Это было сделано заявление, в связи с чем против меня. Это про вас. Про меня? Да. Что мне оставалось делать? Ну вот его слова. Значит, он не только значит, в полиции это заявил, но и человека. На телевидении тоже. Да, и он на телевидении дал. Это видео было предоставлено в прокуратуре, в суде. Это видео было предоставлено в апелляционной палате. Это видео было предоставлено если в первой инстанции. Везде и повсюду. Но никто к нему меры не принимает. Понятно. Și în privința bătrânului tot așa este, tot ascuns. Eu vreau să vă spun că din 2010, de când trăim noi acolo, când s-a început a face proces verbal nou împotriva noastră, Dumnezeu să ierte mama soțului, ea era bolnavă de inimă. Și a venit mama de la țara mea și cu soacra mea, noi ne-a dus la poliție, la sectorul numărul 4, la botanica. Să întrebăm, din ce cauză poliția așa își bate joc din noi, atâtea procese verbale. Vreau să vă spun, soacra mea, cu inima bolnavă, în genunchi la polițist, la sectorul, șeful sectorului de poliție numărul 4, în genunchi s-a pus și plânge și s-a rugat să ne dea pași, că noi n-am făcut nimic, noi n-am ușit oameni, noi nu furăm, noi nu facem nimic rău, deși poliția așa își bate joc de noi. Și după asta, întâmplător, eu m-am întâlnit cu Munteanu în ogradă și el ne spune, nu e așa cuvinte, если я скажу фас полиции, с вас ничего не останется. Я как он. Тот я как чифаш Мунтяну, Мунтяну Владимир, шеф депаза Тирекс Петров. Хай се видим, что здесь президенция. Это и фото у Башканал Гагаузи. Был президент господин Дадон, нас никто не принял. Канцлер какой-то принял вас, не так ли? Да, пиши сей факт. Урикум нос мала сей интру. Крека ниш пед дняастра, кай пандемии, шо се зык скрыть через. Фамилия Пештера. Мы уже писали заявление. А есть, да? Кто в кем отраза там еще? У меня через дезинфекцию. Нет, мы уже писали заявление. Антраза? Мы писали заявление апрель месяц. Нас примет респонс, да? Никто не принял. Никто не рассматривал. Ничего результат нам примет. Нет, нам дали ответ, что принято на рассмотрение заявление, но в связи с пандемией вас никто не может принять. Сейчас, кош его кем придал, Виталий Талиевский. Здесь вам респонс, что не могут принять на аудиенцию, ни консильер, ни президента, да? Это де обещай. Ei, nu știu de obicei, la Dodon nu răspundea deloc sau cum era. Asta уже проходит четвертый год. Вот, допустим, я, не дай Бог, совершу то, что совершил Мунтяну. Я вам даю гарантию, что если ты уедешь в этот же день из этой страны, не успеешь уехать. Ты будешь закрыта и тебя привлекут, и будешь когда открыли уголовное кино, дескиз до старта на описоцию, а тут и в таре в руце ленкиды, а тут же спуски. Вот. Дмитрий Антрац, а нам где идентитет, дом не так назвал примя. В руце ленкиды, да мерже в орбелик, о сфе инкис, дом не зато ерти, шо сфе учиска брыгутся.
Я кашу между горб. Я кашу стеры полиции ботаником приуны Кумунтяну Владимиров де паза Тирекс Петров. Понятно. Și vreau să spunem că la vecinii de sus s-aud vorbe că am rude, am copil. Aștia tot munteanul ăștia. Nu, care sunt poliția legată. Împreună toți. Vreau să spun că s-a dus mintea. Eu am grijă de copil. Sunt anini de copil, de rudele mele.